Итак, ребята, что нам сделать, чтобы наши расы начали хорошо развиваться? У кого-нибудь есть идеи? Тыква, кукуруза, яблоко. Давайте, какие-нибудь идеи. Да, я знаю, надо какие-нибудь новые технологии. И да, чтобы было много машин и так далее. Это очень хорошие идеи. Ну, привет. Это кто? Стоять. Ты кто такой? Мы тебя не знаем. Подожди, отойди. Ты кто? Я новая раса киви. Я хочу, чтобы все сдались ко мне в плен, иначе я вас всех убью. И почему мы должны сдаваться? Мы не сдадимся. Иди отсюда. Ладно, не хотите, тогда придется так. Это кто? Это мой бот 3000, и он тоже как новая раса роботов. Он вас тут всех перебьет. Спрашиваю последний раз. Нет, мы никогда не сдадимся. На, получай. Вы сами напросились. Ай, ё-моё. Робот, давай. Ай, ё-моё, это что за лазер? Ай, пипец, он горячий. Ну все, доигрался. Получай. Нет, давайте, сражайтесь. А ну иди сюда, как ты посмел убить мэра расы арбузов? Я сейчас с тобой так точно сделаю. Получай. Нападаем. Кукуруза, ладно, я за вас всех отомщу. Получай, на. Робот, разберись с ними. Ладно, сам разберусь. На. Тебе твою энергию надо прихранить от других арбузов и так далее. Они могут нападать. Ты в прокачанной сможешь одолеть других воинов. Сейчас самое главное завоевать их расы. Я буду правителем всех рас. Ха-ха-ха. Так. Робот сильный, они будут все его бояться. Ха-ха-ха. За арбузов! За арбузов! Попались! Вот это нифига себе! Робота, тут нужна твоя помощь, я уже не справлюсь. Давай, врубай лазер и разберись с ними. Вот. Нет, наши лазеры, твои лазеры ничего нам не сделают. Мы слишком сильные для твоих лазеров. Видишь, они нам ничего не делают. Робот, включи мощность. Все, видишь, они ничего мне не делают. Во, вот так пойдет. Все, они все сгорают. Выключай лазер, сейчас сгоришь. Энергия кончится. Нет, мы отомстим. Мы отомстим за нашу землю. Я же говорил, надо было сдаваться. Ха. Отомстим! Карасы! Идите сюда! Все, они все сгорели. Ну, робот, прихрани свою энергию. Вдруг еще кто-нибудь нападать будет. А у тебя энергии не будет. И как мы отбиваться тогда будем? Ха. Так. Попался! Не понял. Нет! Робот! Вот это он неженка, с одного удара ножа умер. Ой, нет. А, ты кто? Отставь от меня, нет. Пипец, он стреляет лазером, нет. Знак. Я загорелся, нет, помогите кто-нибудь. Ну все, даже если я горю, я тебя убью в любом случае. Иди сюда, у меня есть ножик, я тебя зарежу, и ты не сможешь ничего сделать. Почему ты, нет, почему ты не умираешь? Кто-нибудь, помоги! Здравствуй, слава Киви! Вот этот робот, нападаем на него! Ну все, хана тебе! Посмотри, какое оружие мы изобрели! Этот БТР тебя убьет 100%! На, получай! Почему он не ломается? Что? Нет. Ребята, давайте полную силу, он не ломается. Нет. Наш БТР улетел. Давайте, нам надо раздавить его. Надо разобраться с этим роботом, иначе мы проиграем. Нет. Ой, его убили. Что делать? На. Кто теперь стрелять будет? Ладно. Нет, он лазеры включил. Он включил лазеры. Это плохо. Нет, помогите. Кто-нибудь, давайте подкрепление. У нас тут робот включил лазер, хочет сжечь наш БТР. Быстрее. Это наше единственное изобретение, которое может противостоять ему. Быстрее подкрепление. Подкрепление уже направляется. Ладно, только давайте побыстрее. Ё-моё.
Так, давай что-нибудь сделаем, налетаем на него, на, получай, раздавили, давайте, нет, я загорелся, нет, я тоже горю, помогите кто-нибудь, нет. Батарея заряжена. О нет, кажется, у него села батарея, он все потратил на этот чертов БТР. Что мы будем делать? Без него мы ничто. Как мне его, как нам отсюда его вытащить? Он не может даже, у него сил нету поднять этот БТР, у него кончились все силы и энергия. Что делать будем? Я не знаю, надо что-нибудь придумать. Он, во, у него искры идут, он не может запустить лазеры. Перезагрузка системы. О нет, кажется, он перезагружается. А что? О нет, это даже хорошо. В чем хорошее? Он выключится и не сможет нам помогать. Но он сможет переправить энергию. Ну вот ты и попался. На, получай. Киви, нет. Удержит, на, получай. А нет. Сейчас, получай. Нет. Ну все, будешь тут валяться. Вы все равно не сможете нам ничего сделать. Сможем. Нет. За то, что убил моего друга. Мы, Мелани, вам сможем противостоять. Мы вас всех убьем. Давай, робот, перенаправь энергию, чтобы ты смог встать. Мы и вашего робота убьем. В любом случае, убьем. Запомните это на всю жизнь. Давай, робот, давай, я знаю, ты встанешь. Ой, ё-моё. Нет. Давай, робот, ты... Нет, моя нога, нет! БТР горячий, нет! Помогите кто-нибудь, нет! С нашим новым оружием Blue Match мы сможем уничтожить их. Это оружие очень сильное. Так, окей, аккуратно, самое главное. Нет! Надо аккуратно. Ага, попались! У нас тоже есть БТР, получайте! На! Отомсти за меня, отомсти за меня! На, получайте! На! Убью! Нет, только посмей! Нет! Я горю! Помогите! Нет! Не шаратуйся! Сейчас нам весь БТР сжёшь! Так, надо с роботом что-то делать. Быстрее! Так, ладно, пускай он там горит. Так, пошли к роботу, нам надо его починить. Перенаправление систем энергии. Заряд энергии 2%. Заряд энергии 2%. Режим отступления. Режим отступления включен. Куда он улетел? Видимо, у него включился режим отступления. Попались. Получай! Что это за оружие? Нет, Киви. Ты нам ничего не сделаешь. Мы улучшим нашего робота. Нет! Мы его улучшим, он вас убьет. Убьет! Мы еще посмотрим, кого убьет. Кто? Мы не промахи и тоже сделаем такого же робота. И он вас тоже убьет. И расы победят. Не победят Киви. Ха-ха-ха.